Добрый вечер, меня зовут Татьяна. Тут ребята, я из Беларуси сама. Вот, ребята пели про Якутию на якутском языке. Вот, а я вот, думаю, тоже очень много разъезжаю. И вот пришла к выводу, что чем больше отъезжаю от своей любимой страны, родной, где я родилась, где выросла, тем больше меня туда тянет. Вот, и сейчас бы я хотела исполнить песню на белорусском языке, которая называется «Беларусь моя». Шароды, и журбота зникає з души, так могу для ночного костра быть с тобою до раніцы я. Беларусь моя, сторона ты моя, светлорусая, синявокая сторона, ты у свете такая одна. Душите спокой, гонорусь я тобой, як сестрой, і у блакит твоїх синіх озер углядаюся я з давніх пор. Беларусь моя, сторона ти моя, світлорусая, синявокая сторона, ти у світі такая одна. І щасливі люди свой лёс наповняють блакитом небес. Беларусь моя, сторона ты моя, светлорусая, синявокая сторона, ты у свете такая одна. Реченька, когда девушка ожидает своего суженого. Вот песню написал бард Владимир Патов. Ой, ты реченька, голубым колеченька, забиваешь, вьешь свои берега. Речка, реченька, как тихо ты вечером, и плывут по волнам облака. Речка, реченька, как тихо ты вечером, и плывут по волнам облака. Плотик веткою повяжу я крепенько, отнесу к воде белые облака. И от берега легкокрылым лебедем пусть несет его моя река. И от берега легкокрылым лебедем поверена сердцем за
сохранишь. Речка, реченька, ты течешь далеченько. Знаю, скоро с милым обручишь. Речка, реченька, ты течешь далеченько. Знаю, скоро с милым обручишь. Платье белое для тебя надену я, алой лентою косу оплету. И у реченьки зореньки до вечера буду ждать тебя в своем саду. И у реченьки зореньки до вечера буду ждать тебя в своем саду. Сергей Соленый, у
Украина. В вашем городе висят афиши. Может, кто-то обратил внимание, завтра у меня сольный концерт. Поэтому... Придете? Да? Приводите друзей. Сейчас хочу, значит, с Сябровочкой, с Танюшей спеть одну из своих украинских песен. Так как мы на Украине, и я везде и всюду представляю Украину, и в России, и в Прибалтике, везде обязательно хотя бы одну песню украинской мовы пою. Белоруссию не обижай. А? Белоруссию не обижай. Да не, вы что? Не обижай же вы. Белоруссию я вообще полюбил, и батьку полюбил, и вообще народ полюбил. Характера есть и лирика, есть и едкая сатира, и призывная песня. Но вот сейчас хочу такую из цикла едко-сатирических, каких я их сам называю, песен. Называется «До скорой встречи в Новом Иерусалиме». Сегодня каждый быть обязан на Пуриме, хотя хохол евреем может и не быть. Послушать проповедь о старом пилигриме, о москалью проклятых можно и забыть. Гремит над миром сказка о святом Налиме, потустороннем мире житие в раю. До скорой встречи в Новом Иерусалиме, мы там состряпаем религию свою. Сегодня поп поет псалмы во имя Бога, а сам водяру тихо жрет за алтарем. Кадилом машет и орет, вот на дорога, во имя Бога все мы как один умрем. Как коммунист твердит, за всех, мол, кару примет, сам тут же шасть полировать бухлом стакан. До скорой встречи в Новом Иерусалиме, там будет новый украинский Ватикан. Повторить этим мы у мировой малины, для всех загадочный, непостижимый род. Имеем только мы свой глобус Украины, пусть мир узнает, что мы избранный народ. Европа шепчет о великом Батхалиме, что столько выпросил и до сих пор босой. До скорой встречи в Новом Иерусалиме.
нам независимость и стала с колбасой. Спешите всех, нам дорогой целитель едет. Наш папа страстно любит смирных прихожан. Он знает толк в куранах, библосах и феде. Он пьет вино и любит рыбу есть с ножа. Идите все и пребывайте в Элохиме. Идите все, ответит главный рыболов. До скорой встречи в Новом Иерусалиме, в столице мира, в центре избранных хохлов. Спасибо. Украинец. Ну и еще одна серьезная песня, более это уже не сатирическая, называется «Странник Вселенной». Знаете, я всегда говорю, каждый человек, придя в этот мир, ну, может быть, не с самого малку, пока он, ну, когда он начинает что-то осознавать, должен задать себе вопрос, кто я такой, откуда пришел в этот мир, для чего и куда пойду дальше. Вот. Я просто знаю для себя давно сделал, что все мы странники, и мы путешествуем не только по земле, а в разных мирах. И должны как бы для себя определиться, где мы, кто мы и что хотим. Быть просто причудой, капризна вам Бога, космической пью кармической вязью, страдать от бессонницы в склепе двуногом, питаясь как хлебом ментальною грязью. Противно, ведь мы по рождению крылаты, мы дети свободы, мы радости. Птицы, восстань, человек, жалким бытом распятый, тебе на коленях стоять не годится. Подобны коровам, бредущим на бойню, покорные толпы, господняя паства, а всем остальным заграничное бойло, где каждая капля отравы опасней. Я ищущих кнут, голосующим пряник, и всем поголовно счастливое завтра, которое вряд ли когда-то настанет, но красим фасад всей планете на зависть. Растоптана правда и пробита совесть, разменяна сердце купюрою мелкой, да бродит душа попрошайкой босою, да щелкает семечки лень на скамейках. Противно быть вечным предметом торговли, в привычном потоке товара обмена, стал дойной скотиной в телесном загоне, забывший себя звездный странник вселенной. Звездный странник вселенной. Звездный странник вселенной. Раз, два, три. Здравствуйте, это снова я. Песня о солнышке. Солнце над городом утро июльское, залиты светом окна домов. Чистое, нежное, чистое, нужное льется с небес негасимым добром. В небе не облачко, в небе лишь лучики, с ночкой прощаясь, приветствую день солнечной радостью, с
солнечной музыкой всю наполняют планету людей. И пусть льется свет, солнце яркий свет, с небес на землю миллионы лет, миллионы. Распахну настежь мир своей души. Чистое, нежное, чистое, нужное, ты во мне, солнышко, нежно дыши. Я открываюсь тебе, открываюсь клеточкой каждой, рождаюсь я вновь и возвращаюсь к себе, возвращаюсь сквозь вереницы прошедших веков. Льется свет, солнце яркий свет, с небес на землю миллионы лет, миллиарды лет. Будет так, я верю. Ветром обласканный, воздухом скормлен, зарей окрылен. Самое чистое, самое ясное стелится тропами в дом, где рожден. По небу крыльями, по снегу звездами, по сердцу песнями, песню быть. Солнце над городом, солнышко милое, жить научило меня и любить. Нашего творчества. Как тебе? Не очень, да? Не понравилось. Ну, я так считаю. Следующая песня... Человек кульминация в самом начале была, получается. А следующая песня снова будет о лете. Не бегут за днями и порой нам чего-то в жизни не хватает. Ждем мы встречи с чудом всей души. Только чудо мы не замечаем. Оно всегда с тобою рядом. Оно всегда тебе поможет. Оно тебя согреет. Тобой день и ночь.
Находится в России, недалеко от Москвы. Я хотела, знаете, вам сказать, я проездила, это для меня караван первый, и так получилось, что он оказался украинским. И вы знаете, мы вот, действительно, вот Саша говорил, мы внедрились в каждую область, побывали в каждом кусочке Украины практически, но в Закарпатье только я не была, но не получилось. Я думаю, да, еще все впереди. Вы знаете, очень красивая страна и очень народ интересный. И вот каждая область все равно самобытная, все равно вот даже Днепропетровск и Запорожье отличаются, хотя очень-очень близко друг к другу. Ну вот, и мне очень понравилось. А Крым вообще, представляете, мы приехали и лето. Это просто сказка. Но все-таки, я думаю, я не буду отвечать за каждого караванщика, но мы ездим и в голове держим мечту какую-то, да, идею. Вот у меня мечта, я думаю, что она со многими будет похожа. Это создать рядовое поместье со своим любимым. И для того, чтобы ускорить процесс приближения создания родовых поместьй, хочу спеть такую песню. Эту песню написала Юля Тузова. Это классическая барда. Она, наверное, не слышала про родовые поместья. Но когда я стала петь, я так подумала, а песня-то похожа на мою мечту. Вот. Видимо, не нов путь, не уснуть, не унять, рать оголтелых грез.
Весь рядом со мной здесь, ты как есть свет, говорят о том навязчиво много. Все мои семь или восемь чувств пусто без нас, мы рядом звезд. Но кто ты, я хотела бы знать. Кто ты, в темноте не видать. Кто ты, я не знаю тебя. Неужели я? Мой вопрос прост невелик, материк, на котором растут мои травы. Но в омут не заманят они, не заменят взгляда твоего дрожь. Знай, продолжая обожать и выжидать извержения неистовой лавы. Может быть, светом ее озарится лицо и проявится голос. Так что ж, ну кто ты, я хотела бы знать. Кто ты, в темноте не видать. Кто ты, я не знаю тебя. Неужели я? Спасибо. Вторая песня. Мы были в Киеве вот перед посещением вашего замечательного города. И были в гостях у одной семьи. Там, знаете, я видела картину такая, крестиком вышита. На этой картине две руки большие человеческие. На двух этих руках помещается ребенок маленький. И вообще, меня так, до такой степени вот проняло. Вышитая обычно крестиком картина. И до сих пор я нахожусь под впечатлением. Решила сегодня на концерте спеть колыбельную. Мой цветочек аленький, спи, а я спою тебе, и уснет все на земле, спи, усни под деревом, на душистом клевере, и сверчок уснет с тобой, маленький сыночек мой, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Пришла, снов лукошки принесла, ветерок их разнесет, каждому и сам уснет. В небе звездочки горят, они тоже ночью спят, спят деревья и кусты, спят синицы и дрозды. Мама песню допоет и сама с тобой уснет. Глазки ты свои закрой, мой сыночек дорогой. Спасибо. Саша придет еще. Знаете, я немножечко подпростыла. Попробую вам спеть песню, которую я пою практически в каждом городе. Но так как для меня это первый караван, естественно, мне ее хочется петь. И называется она «Мой герой». По сырой траве босиком, по поросшим камушкам хом, выбежит на зорьке красна молодая весна. Распустивши косу свою, улыбнется вслед февралю, заплетет душистый венок первый нежный листок. По земле, по матушке на все голоса распевают песни вновь раскрытые сердца. Где ты, мой герой, звонче песню пой, лучиком позови, я пойду за тобой. Одари зарею весна, пробуди всех нас ото сна, ароматным ветром любви
по земле полети. Разожги в глазах огоньки, растревожь души ручейки, пусть они сольются в одну голубую струю. По земле, по матушке на все голоса распевают песни вновь раскрытые сердца. Где ты, мой герой? Звончи песни упой, лучиком позови, я пойду за тобой. Чаще бьется сердце в груди, ярче белый свет впереди. Зазвенели нотки души от капели весны. Снова распустились сады, счастье в каждой капле воды. И твои руки теплота мне с весною пришла. По земле, по матушке на все голоса распевают песни вновь раскрытые сердца. Где ты, мой герой? Звончи песни упой, лучиком позови, я пойду за тобой. Славный мой герой, звончи песни упой, лучиком ты позвал, я пошла за тобой. Спасибо за внимание. Добрый вечер, друзья. Меня по-прежнему зовут Сашка. Вы так интересно сидите, как будто бы в электричке, и с той стороны светит солнце. Сегодня жаркий-жаркий день. Вы все в тенек ушли. Я уже с самой весны путешествую с нынешним караваном. Он уже по счету 16-й, как мы уже говорили. И очень много чего интересного для себя подчеркнул. И мне кажется, что в будущем будут создаваться такие караваны, независимо бардовские или какие-то другие, вот добрые люди будут по земле и ездить и узнавать этот мир. Потому что очень важно, наверное, для каждого человека попутешествовать, по-настоящему посмотреть, какие мы все разные, но что наше различие не должно нас разъединять, а наоборот просто подчеркивать разнообразие всей жизни. Вот. Наша страна такая удивительная, такая красивая. В ней столько много чего можно почерпнуть, и много можно увидеть того, чего бы не хотелось, чтобы оно было. Я не знаю, сам прошел лично там десятки плотин, которые реки портят. Мышление. Посмотрел, какая главная проблема в селе. Это нет идей у людей, нет мечтаний, нет желаний, нет какого-то огонька в жизни. Но в целом что-то в мире такое появляется интересное. Вот, например, караван любви образовался. Поехали люди, которые поют песни. Но можно сказать, какие-то ненормальные немножко, да, вот поехали, поют. Тем более, когда я вчера стопом ехал, пытался человеку объяснить. В принципе, мы сошлись на нем. Он говорит, главное, что я в жизни потерял, хотя уже имею большой дом, машину, все. Я, говорит, потерял огонек в жизни, потерял простоту. И вот наступает новое время, когда, наверное... Люди из всего этого, то, что есть, найдут самое главное. Спою песню, мне очень песня понравилась, однажды услышал. Не помню, чьи стихи, но вот музыку написал наш друг-караванщик Олег Разамасов. Песня очень такая. Знаете, я думаю, что если бы каждый человек с утра такие слова произносил, то бы наша жизнь действительно изменилась бы уже завтра. Thank you.
дивлюся, як рожеву гранку, ховається місяць у срібнім серпанку, милуюсь рясним зорепадом, я літньої ночі, коли щасливим і щирим вітанням зустрічаю народження дня на світанні, віч на віч побачити Боже, з тобою я хочу. Хто мені допоможе тебе побачить, Боже, і чую я шепіт. Я скрізь, навіть коли ти плачеш і в гіркоті не бачиш, серце не чуєш. Скрізь, коли у щасливім і щирім вітанні зустрічаю народження дня на світанні, віч на віч побачимось, Боже, з тобою я хочу. Коли лиш до тебе у вдячнім настрої звертаю, коли лиш до тебе у вдячнім настрої звертаюся в радості, звертаюся в горі, і щирі молитви до тебе у тиші шепочу. Коли відкидаю рішучі вагання, приношу до тебе свої сподівання, у відповідь голос твій Боже почути я хочу. Голос мій в слові вічнім, і в вітерці зустрічнім, і в шелесті листя, і скрізь він в твоїй кожній дині, в пісні твоїй дитині, в лагіднім слові мами, і скрізь, коли мою душу твій мир огортає, я птахом на крилах любові злітаю, вирують ясні почуття, наче збуджене море. Коли перешкоди я різні зустрічаю, і крається серце моє у відчаю, я хочу в руці свої міцно відчути опору. Встань, душе, підвідися, будь чуйним, озовися, руку мою відчуєш. Падінні, руку мою відчуєш. Очень приятно, когда возвращаешься во второй или в третий раз в город, приезжаешь выступать в тюрьму, в которой в прошлый раз выступал, в детский дом, и видишь небольшие, но очень важные перемены. Например, мы все время стараемся помимо песен, помимо своего творчества распространять всевозможные интересные фильмы. Наверное, многие из вас смотрели «Великая тайна воды», о воде, о том, как наши слова, как наши мысли влияют на воду. А если они влияют на воду, то они влияют и на нас, потому что вы сами знаете наш процент соотношения, сколько мы состоим из воды. Вот, и все. О земледелии, о новом, о том, как дома построить. Очень много интересных фильмов. И вот мы приезжаем, вы представляете, в зоне показывают вот такие вот фильмы, например, «Теория трезвости», да? Там, где показано, что все, в принципе, преступления происходят из-за того, что вот мы слишком много, а вернее, слишком мало в жизни думаем о последствиях. Было время в этом караване в 16-м, когда был небольшой перерыв, и я со своим самым верным, самым сокровенным другом
она же и моя любимая, путешествовали по земле. Просто взяли спальники, спальник, вернее, палатку и коврик, и пошли вдоль речки Южный Буг, мы там в Винницкой области шли, по 50 километров в день проходили, заходили в село, общались с людьми, общались с природой, искали ответы, делились ответами. Это так здорово. Это наша судьба вдаль по жизни шагать, с ярким пламенем слов озаряя пути. И пока песни бардов над миром звенят, и будет солнце сиять, и земля будет жить. И пока песни бардов над миром звенят, будет солнце сиять, и земля будет жить. Теплым кругом друзей согреваем сердца, чтобы новые песни под сердцем носить. И пока будут наши звенеть голоса, будет солнце сиять, и земля будет жить. И пока будут наши звенеть голоса, будет солнце сиять, и земля будет жить. И не важно, что тебе за спиной говорят, нам не сразу суметь этот мир изменить. Но пока наши струны над миром звенят, и будет солнце сиять, и земля будет жить. И пока наши струны над миром звенят, и будет солнце сиять, и земля будет жить. Как натянутые нервы, шесть натянутых струн, словно линии жизни в ладонях судьбы. Но пока наши песни над миром поют, и будет солнце сиять, и земля будет жить. И пока наши песни над миром поют, будет солнце сиять, и земля будет жить. Это наша судьба, вдаль по жизни шагать. Это наша судьба, вдаль по жизни шагать. Это наша судьба. За время концерта нам кажется, что вы поняли, что каждый из нас в караване разный. Это не группа, не ансамбль. У нас нет главного, нет того, кто бы говорил, как и что нам делать. И каждый то, что думает и говорит, делится своей душой с каждым из вас. Вот. Но тем не менее у нас есть то, что нас объединяет. Это и песни, песни позитивные, песни не только позитивные и такие вот про цветочки, про солнышко, что тоже хорошо, но и песни, показывающие нашу реальную жизнь. Вот. Но у нас еще есть, еще помимо всего прочего, есть твердая, очень твердая уверенность в завтрашнем дне. Мы молодые, нам отступать некуда. Когда вокруг витают чьи-то сны, и ясные глаза редкие и долгожданные, живу я от весны и до весны. Ее эфиры для меня желанны, я жду ее как чудо, и она дает мне силы верить, что настанет однажды у людей в душе весна, и лед непонимания растает, и на земле. Светом звездной ночи и на любой вопрос найду.
ладони. Представляете, на ладони птицы. И на ладонях птицы будут свободны. Вашим концертом. Желаю вам цвести, расти, копить, крепить здоровье. Оно для дальнего пути главнейшее условие. Пусть каждый день
и каждый час вам новое добудет. Пусть добрым будет ум у вас, а сердце умным будет. Я от души желаю вам, друзья, всего хорошего. А все хорошее, друзья, дается вам недешево. Спасибо. Даром дает. Ну и сейчас мы Мы мечтаем, чтобы у каждого человека на земле появилась родина. Настоящая родина. Дом, сад. И чтобы это все было наполнено смыслом, любовью и простотой. Дом мой, сад мой.
случае, если что, смотрите, мы тут только, вот, только подъехали некоторые ребята, поэтому мы вот эту песню вспомнили. Сережа слова вспоминал, но вспомнил, кое-что вспомнил. Прорепетировал, вроде бы вспомнил, а тут заклинило. Вот, но мы только собрались с Жанкой, и съехали из Киева, и всех да. Вот городов собрались. Просто Сережка приехал, у него завтра концерт сольный, так что приходите, я вам думаю, очень понравится. Вот. А мы завтра уже отправляемся дальше в путь в Симферополь, там мы заедем в поселение родовых поместьй, в Крыму уже 5 поселений создается, вот, и под Жанкоем есть такое маленькое пока еще. А мы вот проехали по Украине, мы очень много заезжали в родовые поселения, состоящие из родовых поместьй, их очень много уже, и уже есть что показать. По крайней мере, чуть-чуть вот такие вот росточки входят, восходят, вот, где-то больше, где-то меньше. А за всю землю, там, ну, за всю территорию СНГ, там вообще очень много чего прекрасного в этом деле произошло. Например, уже в России эту идею поддерживает правительство, и на правительском сайте висит, что главный приоритет в создании малоэтажной России отводится созданию родовых поместьй. Вот, то есть и там уже услышали об этой идее, и все это идет. Так что мы с этим поздравляем. Настанет время, где встречаем мы рассветы, и хотя навстречу солнцу по сверкающей красе, и дворец нам улыбнется, ветерком разгладив косы, разыгравшийся с медведем, говорливой
Очень просто. Мы обзваниваем. Вот тут находится человек, думает, надо вот создать караван, проехаться. В этом случае, в этом 16-м караване у меня были корыстные цели такие вот. Проехать и посмотреть всю Украину, всю землю, для того, чтобы присмотреть себе участочек земли. Вот. Ну, и думаю, и надо же и караван вроде бы говорил, буду организовывать. И так оно спилось все. Вот. И вот получился вот такой караван, который, ну, я получил все то, что получил, то все, что хотел. И все, наверное, караванщики, которые приезжают в караван, тоже получили. И когда мы обзваниваем всех организаторов, а организаторы это люди, те люди, которые были на наших концертах, где-то встречались мы вместе. А мы спрашиваем у них, если у вас есть желание, мы можем к вам приехать. Вот. И так получилось, что у многих появилось желание тоже. И вот и им хорошо, и нам хорошо. Ну, важно еще сказать, что вот сейчас караван заканчивается в Керчи на солнечное равноденствие осеннее. И дальше будет продолжаться фестиваль уже в Геленджике. Это ежегодный международный фестиваль позитивного творчества, который проходит каждый год с 21 по 30 сентября. В городе Солнца, Геленджике. И следующие караваны в ноябре, в декабре будут проходить одновременно в трех местах. То есть одновременно караван по Волге с устья к истоку будет по городам ехать. Второй караван будет ехать по всей Белоруссии. Вот. И третий караван едет по Уралу. Вот. То есть три одновременно каравана в ноябре, в декабре планируется провести. И для того, чтобы вы немножко поняли, что такое караван. Вот, например, многие из нас, возможно, в тех караванах трех не будут участвовать, потому что мы же не постоянно путешествуем, у нас есть тоже идеи, мечты, и мы их воплощаем. Есть свободная минута, есть свободные полгода. Ну, у кого да, у кого как. Вот я вот определил для себя, что у меня может быть жизнь вся свободная, потому что, ну, я могу и стопом поехать, я могу и яблоко съесть, ничего. Вот. Ну как-то жизнь, то ли я жизнь люблю, то ли она меня любит, то ли оба. И вот все находится, все притягивается, все складывается. Вот. А для того, чтобы быть независимым ни от чьих мнений, ни от политики, ни от религии, для того, чтобы они не предлагали и вообще подобного чего-то, мы придумали такую интересную штуку, называется «Коробка бардам дорогу». Мы делаем концерты свои, вход бесплатный, выход, в принципе, тоже, да? Вот. Но если люди понимают и думают, что вот неплохо было бы, если бы такие песни распространялись, вот такое движение доброе, светлое ширилось, и они нам что-то на дорогу, коробочку бросают. Можно даже записки какие-то приятные, нужны ли мы вообще на этой земле, вот, или нам уже идти. На выходе стоит засад. Да, засад. Ну что, и завершим наш сегодняшний концерт. Песня, которую написал белорус, который сейчас проживает в Одессе. Песня на русском. Песня про Русь, про Родину. Сердце в сердцу.
завершении концерта мы скажем добрые слова, которые мы всегда говорим в завершении. А на земле быть добру! Надеемся, в следующий раз, когда караван приедет, здесь будет полный зал. Конечно. И желаем этого. Да. И эти лучики пойдут дальше по всей земле. Спасибо. Bo-b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 o